Верельт, 16-й Кайл Уокер, 50-й Матео Дешильо, 5-й Моралем Пьянич, 23-й Эмре Джан, 14-й Блес Матюиди, 7-й Криштиану Роналду, 30-й или и в премьер-лиге в прошлом сезоне, и в различных кубках и еврокубках. Это и Оливер Скип, и Гасаля. Вот как это стало мейнстримом. Это, конечно, красиво. Вот состав Юве. Да, и здесь, конечно же, мы обращаем внимание на то, что в этом сезоне он в запасе. Перехват Тоттенхэма, Сон в штрафной площади, Сон под левую и в ближний угол. Жан-Луиджи Буффон был в воротах, но мяч попал в Орье, Ваньяма и Давинсон Санчес у Тоттенхэма. Но Ювентус атакует, и удар через себя без мяча получается у Криштиану Роналду. Да, это редкость довольно большая. Он, кстати, сами Хедира выставлен на трансфер, поэтому на него не рассчитывает Маурицио. И выходит очень спокойно Ювентус, пока из-под него. Эмре Джан. Вообще, от таких матчей, конечно, не нужно нам уже. Сейчас на левом фланге, где обычно играл Роуз у Тоттенхэма, развивается атака. Еще один удар в ближний угол от Сона. Снова Канцело. Тоттенхэм пока очень солидно защищен. Ох, какая сейчас едва не случилась потеря. И момент для Роналду. Слишком долго он готовил этот удар, его накрыли. Потеря в итоге случилась. Эрик Ламела. Подача в штрафную площадь. Здесь едва не добирается Дели Алли. А это удар Георгию. Выше три передачи. Доставлен мяч до чужой штрафной. Георгию. Забегает партнер по флангу. Это был Хён Минсон. Такой же розыгрыш. Ну нет, на ближнюю теперь и удается. По крайней мере, опять же, нужны ресурсы. Подача в штрафную. Кажется, что там такой выбор у Маурисио Почеттино. Трой Перрот выступал совсем недавно на молодежном, на юниорском чемпионате Европы. Он Винкс играет на Альдервирель, да, и отсюда уже пошла длинная передача на рывок Хён Минсона. Соперника. Перрот, мяч под левой. Бануччи заблокировал удар на подборе. Золотые годы, назовем их так, потому что они, по сути, еще и продолжаются у Роналду. И тут пас назад на Буффона. Не прошел Георгио. Бернардески около своей, можно сказать, о регламенте турнира. 12 команд в трех разных частях света они играют. В Америке. Не точно пас от Манджукича. Если бы он не знаю, как это правильно назвать, индустрии моды, которая до нас, нам пока еще не очень близка, удар Криштиану не точно. Как раз вот теперь на Георгио. Сон. Дели Алли в штрафную на Сона. Так приближенное к английскому написанию может переводиться как свет. И Сон ее возглавляет. Удар и Буффон. Добивание 1-0. Эрик Ламела. Ну, Канцело, ветеран Буффон вытащил сложнейший мяч, а португалец не подстраховал. И в итоге Тоттенхэм забивает первый мяч в сегодняшней игре. Ну и Трой Перрот поучаствовал в этой атаке. Во-первых, он здесь развернулся. Ну а здесь Хён Минсон, конечно, оставленный один в один против. Да, прям вот как будто бы выключился. Подача Манджукич, Гасанига. Опорная зона Ювентуса, ну и отборов просто масса на чужой половине поля. Ох, Эмре Джан, который с Ругани сегодня в паре в центре обороны. Перрот. Дальше на фланг. И подача в штрафную площадь. Криштиану не добрался. А Манджукич, видимо, не очень верил, что Тоттенхэм пространством, и, пожалуйста, забил. И кажется, что, в общем, не то чтобы к этому шло, но это довольно много идейных игроков, которые подходят Сарри в Ювентусе. Но еще и поэтому очень любопытный проект. Скип. Опять достаточно легко Тоттенхэм доходит до штрафной. Винкс. Дели Алли. Пас направо, хорошая атака, только вот здесь не хватило, может быть, Кейна. Товарищески, жара и влажность большая. Тут в костюме как-то не походишь особо. Нет, здесь-то понятно. Писывал, у Сити точечная покупка, да, за 70 миллионов. Да, очень важный игрок Родри в центр поля.
Включается после паузы на водопой Ювентус в прессинг. Дашкильгем. В одну из последних атак Ювентус выходит. Криштиано. Ведь они там в Европе-то и наведут еще шороху. А вот в чемпионате, потому что Юве, понятно, там фаворит безо всяких оговорок. Во всех турнирах, да. И потом опять подхватывается и пошел. Вот что-то поговорили, что-то сказали друг другу по-испански сейчас. В строю он на поле, он на левой бровке, его прессингует Сеса. Не приехал сюда. Сингапур, Бернардески подает, ну, а есть еще и Бонуччи. Какую из команд прийти не только этим летом, но и в предыдущие трансферные окна. В итоге Анич, Игуаин, вот он, Сарибол! Гонсало Игуаин. 1-1. Прекрасный удар в исполнении Гонсало Игуаина в фирменном стиле, обыграв соперника на линии штрафной, пробил просто идеально под штангу, и здесь к Гассаниге вопросов никаких. С таким ударом было очень трудно справиться. Привет, Луки Тони. Роналдо внешней стороной стопы на Игуаина. И Гассанига. Но это оборачивается провалом на своей половине поля. Ламела. Лукас Моура падает в штрафной площади. Рядом с ним Демирель. Длинная передача на Роналду, а тот в положении вне игры. Проход, Роналду, 2-1. Ювентус выходит вперед в этой встрече, забивая два гола достаточно быстро. К 60-й минуте уже Ювентус. Соперника перед его штрафной удается это сделать Миролем Пьянич. Удар на месте Гассанига. Вот еще... Долго ломало с мячом, да, и никто его не может отобрать. Этот мяч, отсюда будет ли подача или нет? Розыгрыш, и вот теперь будет! Опасно от Кейна. До Сантос все-таки. Подача на Роналду. Этот мяч подбирает Ндомбеле. Пас в штрафную. Лукас Моура, вот это да, это в самом хорошем смысле хоккейный гол. Да, подставил на Лукас Моура, и здорово Ндомбеле сыграл в перехвате, ну и вообще весь Тоттенхэм в прессинге. Ну это высокий класс, как же здорово, и Ндомбеле, перешедший с фланга Дешильо, а по центру стремился не кто-нибудь, а Матюиди. Еще один удар по воротам, и снова близко. И снова Ндомбеле. Вэк привлекательным как главный тренер для многих команд. Вот это да, гол! Чума из центрального круга. Не будет у нас, судя по всему, серии пенальти. Гарри Кейн, вот это гол! О, Войцех Щесный. Ну, он-то уже думал, в какой кто угол бьет. 11-метровый. И тут ему прилетело за шиворот. Гарри Кейн.